«Вы знаете, который час?» – спросил прохожий математик. «Знаю», – ответил тот и пошел своей дорогой. Согласитесь, он поступил абсолютно логично. Его спросили, знает ли он. Он ответил, что «да, знает». Но его не спросили, который час, да? Хорошо. «Вы можете мне помочь?» Знаете такой вопрос тоже? Да. «Могу». Но это совершенно не означает, что вы должны помогать при этом, правда? «Можете мне помочь?» «Конечно, могу». Так вот, учитель. «Маша, твоя работа очень хорошая, но она точно такая же, как у Вовочки. Что я должен подумать?» «Машенька, что работа в Вовочке тоже очень хорошая». Ответы «это он у меня списал» или «так случайно получилось», согласитесь, менее логично. Да. На вопрос «что я должен подумать, если твоя работа хорошая, а у Вовочки такая же», разумный ответ, что у Вовочки тоже хорошая. Обвиняемый, почему вы обманули людей, которые вам так доверяли? «Потому что я не мог обмануть», договаривайте. «Тех, кто мне не верил». Конечно, как их обманешь? «Дорогой, закрой форточку, на улице холодно». «А что, если я закрою форточку, на улице потеплеет?» «Хотел бы я иметь столько денег, чтобы купить слона». «А зачем тебе слон?» «Да». «Нет, слон мне не нужен. Мне нужны деньги, конечно». «Не волнуйтесь, больной. У меня самого была эта болезнь». «Да, но у вас был другой». Врач. «У вас был другой доктор, конечно. Вас лечил другой человек. Сделайте, пожалуйста, мне пробор посередине, чтобы волосы разделились пополам». «Не могу». «Почему не могу?» «Потому что у вас три волоса, а три пополам не делятся. У вас нечетное число волос». «Я так много читал о вреде никотина, алкоголя и наркотиков, что с Нового года решил бросить». «Пить или курить?» «Что он решил бросить?» «Читать, конечно». «Конечно, пьяница скорее бросит читать, к сожалению». «Джон, больше не играй с Питером. Он плохой мальчик». «А я хороший?» «Да, милый, ты у меня очень хороший. А играть надо только с теми, кто лучше тебя, чтобы набираться от них ума разума». «Значит, он может играть со мной, а я с ним не могу?» Поняли, да? Дело в том, что родителям всегда хочется, чтобы их дети общались. Ну, насчет всегда неправда. Мне не хочется. Мне по поводу своего, честное слово, не хочется. Но, к сожалению, я замечал в людях иногда в некоторых такую черту. Хотят, чтобы их дети непременно общались с кем-то, кто намного-намного там умнее, круче и так далее, и так далее. Да? Но согласитесь, что так не бывает. Потому что нельзя, чтобы мне нельзя было с ним играть, а ему со мной можно или там наоборот. Хорошо. Разговор на улице. «Если вы сейчас же дадите мне $500, то вы спасете жизнь достойнейшему человеку». Что-то вы не похожи на достойного человека. «Вы спасете свою жизнь, конечно. Сколько стоят эти телевизоры? Вот этот 8 тысяч рублей, этот 6 тысяч рублей.
А какая между ними разница? В цене, конечно. Есть только один честный способ заработать миллион. Говорит на вечеринке один миллионер другому. Какой же? Я так и думал. Что ты это не знаешь. Конечно, что ты свой заработал нечестно. В какой гостинице лучше остановиться в этом городке? В отеле Вестчагда. Почему ты так уверен? Ты останавливался в Вестчагде? Нет. В этом городе две гостиницы. И в другой я уже был. Совершенно верно. Вы подали кофе или чай? Спрашивает посетитель ресторана официанта. А что, вы не умеете различать? Да, не могу. В таком случае... Нет, он сказал уже, что не может пробовать, не умеет пробовать, на вкус не умеет отличать чай от кофе. В таком случае... Какая вам разница? Если вы не можете все равно различать чай от кофе, какая вам разница, что вам принесли? Почему вы все время опаздываете? А видите у лифта табличку на 10 человек? Каждое утро я... 11. Жду еще 9. Написано на лифте на 10 человек. Он подходит, стоит и ждет. Когда еще 9 соберутся, они едут. Есть приспособление, которое всем нам позволяет видеть сквозь стену. Да не может быть. Что это такое? Окно. Окно, конечно. К вам доставляют потерянные вещи? Спрашивает проситель в бюро находок. Нет, потерянные не доставляют. К нам только найденные. Совершенно верно. Почему вокзал так далеко от города? Спрашивает приезжий у белоречанина. Чтобы он не шумел, неправильная версия. Дело в том, ребята, что Белорецк – это реально существующий город. В Башкирии это более-менее там, где Урал. Вот, замечательные древние горы, очень красивые, между прочим. Там есть чудесная речка белая. Ну, в общем, там абсолютно замечательная природа в этом Белорецке. Но вокзал на огромном расстоянии от города. Там пешком не дойти абсолютно. Да? А что, мы используем природное? Наивная версия. Да? Там через море. Что? Там через море. Почти верно. Чтобы не мешал спать население. Слушайте, вам в Москве сильно вокзалы мешают спать? Нет, в большинстве городов вокзалы вполне расположены в черте города и не мешают. Так, подумайте логически. Почему вокзал так далеко от города? Чтобы он... Долго идти, чтобы строить. Нет, чтобы он был поближе к рельсам. Не поняли? Из-за того, что там горы, там трудно проложить где хочешь железную дорогу. Поэтому город был построен в одном месте, а железная дорога прошла в другом. Вокзал построили, разумеется, там, где рельсы, там, где поезда останавливаются. Ну и, соответственно, из города приходится до этого вокзала ездить. Ремонт обуви стоит 10 рублей. Но так как один ваш ботинок мы потеряли, то с вас 5 рублей, конечно. Если бы не усы, ты был бы очень похож на Васю. Но у меня нет усов. Я да? Вас не могу,
конечно. Ой, как-то раз я на вечеринке на спор съел 30 бутербродов. И без последствий? Нет, с последствиями. С тех пор... Меня больше туда не зовут. Я целую ночь не спал. Так, ребят, сейчас будет некоторая грустная вещь. Но ладно, я надеюсь, что ваша нравственность не будет оскорблена. Я целую ночь не спал, говорит постоялец гостиницы. Ловил клопов. А что, они хотели? Не то. Не то. Не то. Молодец. А что, они хотели от вас убежать? Повторяю. Я всю ночь не спал, ловил клопов. А что, они хотели убежать? Каких вам сардин? Португальских? Испанских? Французских? Какая разница? Я же не собираюсь... Нет, есть он как раз собирается. Да? Не то. Не то. Есть он и собирается. Каких вам сардин? Португальских, испанских или французских? Какая разница? Я же не знаю. Да? Нет, они совершенно не одинаковые, разумеется. Какие-то из них в одной стране... Какие-то? Я же не собираюсь их разумеется. У меня денег не хватает. Да? Если они все равно сардельки. Во-первых, сардельки и сардины совершенно разные вещи. Сардины – это рыба. Да? Если я все равно... Не то. Если они все равно плавают в море, денег не хватает. Если они все равно... Не то. Не догадались. Каких вам сардин? Португальских, испанских, французских? Какая разница? Я же не собираюсь с ними разговаривать. Что с тобой? Ты весь забинтован. Да, я столкнулся с летающей тарелкой. Что ты говоришь? Где это случилось? На кухне. На кухне, на кухне, конечно. Тарелки на него упали. Поднажми, Вилли, говорит один наездник другому. А то я... Так, что такое бега? Наверное, вы вряд ли участвовали в азартных играх. И, что называется, не советую никогда. Но, тем не менее, есть такая вещь, как ипподром, куда люди приходят проигрывать деньги. Значит, принцип там такой. Ставят некоторые суммы на то, что такая лошадь прибежит первой, там, или такая лошадь прибежит пятой. Скачки. Да, скачки. Совершенно верно. Так вот, повторяю. Поднажми, Вилли, говорит один наездник другому. А то я... Почему проиграю? Поднажми, Вилли, говорит один наездник другому. А то я остановлюсь. Еще раз, зачем может одному, который, казалось бы, должен выигрывать, чтобы другой всадник поднажал? Конечно, поднажми, Вилли, а то я поставил все свои деньги на твою лошадь. Что ты прибежишь первым. Понятен смысл? Да. Что ты прибежишь первым.